бат наших, ну, линейки Vital теперь будет Well-Lab. Их несколько. Первое. У нас есть четкая концепция, то есть возможность оздоровления всех органов и систем. То есть у нас есть продукт на любой случай, так уж проще совсем говоря, да? Не во многих компаниях такая линейка есть. И я думаю, она будет расширяться, потому что запросы у людей все возрастают. Следующее. У нас достаточно высокие дозировки, максимально разрешенные к применению. Они заложены изначально, и ну вот, даже Росздравнадзор там нам постоянно указывал на то, что у вас слишком высоки эти дозировки. Ну, как бы, поскольку они разрешены, значит, ну, добивались мы это, их регистрации. Дальше. Принцип модульного комбинирования. То есть наши БАДы достаточно имеют хорошую совместимость. И из них, как из кубиков Лего, можно складывать различные конструкции. Ведь все люди разные, болеют по-разному, и у каждого в связи с этим свои индивидуальные запросы и особенности. Вот, поэтому наши БАДы все совместимы. Ну, понятно, за исключением, там, нельзя седативные и тонизирующие одновременно принимать, но смысла нет, да. Вот, и гормоноактивные БАДы, там, есть у нас, допустим, фазу 1 же, Феминлюкс фазу 1 и индолы, они тоже как бы, индолы снижают уровень эстрогенов, фаза 1 повышает. Тоже их вместе принимать нельзя. А так в основном все практически возможно. Ну и у нас лучшее соотношение цена-мощность воздействия. Значит, по поручению президента нашей компании Ленина Мругунова, цена наших БАД вся в пределах 1000 рублей. Ну, мы ее долго держали. В связи с инфляцией, не знаю, возможно, будет какое-то повышение, но это уже не от нас зависит. Как бы не мы такие, жизнь такая. Ну, вот это все по поводу введения. Надеюсь, я вас убедил.